Светлана Кобзева работает в детской музыкальной школе уже 50 лет. Она вспоминает, что раньше ученики занимались в коттедже на улице Сахарова и в помещениях института. Затем музыкальная школа переехала в здание на улице Академика Харитона. И, конечно, вот когда сейчас мы проводим конкурсы ЗАТО, конкурсы межрегиональные, и к нам приезжают люди из очень многих городов, естественно, России, они, как правило, просто ошарашены той красотой, которая их окружает в этой школе. За 70 лет детская музыкальная школа выпустила огромное количество талантливых детей. Неизменно они поступали в лучшие музыкальные колледжи и консерватории страны. Это дети замечательные, очень необычные, и здесь случайных детей нет. Все любят музыку, все очень творческие и радостные. Большим толчком к развитию музыкальных школ по всей стране стало появление различных конкурсов. Творческие соревнования помогают ученикам проявить свои таланты в музыкальном искусстве. В этом году учебном у меня было уже два конкурса, оба в Нижнем Новгороде. Первый – «Птичка в ладони», а второй – это «Открытый российский» имени Балакирева. Ты играешь, и когда участвуешь на конкурсах, и этот успех за тебя, и постоянно хочется все дальше и дальше идти, развиваться. Когда я выхожу на сцену, то есть это конкурсы, концерты, я всегда преодолеваю маленький страх. И чем больше я выступаю, тем меньше он становится. В эти декабрьские дни в детской музыкальной школе имени Балакирева проходят юбилейные концерты. Заключительный гала-концерт состоится в драматическом театре 11 декабря. На сцене выступят лучшие коллективы школы, хоры, оркестры и дети, лауреаты конкурсов. Екатерина Опенова, Владимир Лисик, Александр Мальков, служба новостей, Саров, 24.